Всем огромный привет! Меня зовут Ирина, и сегодня не позитивное видео, а предупредительного характера. Те, кто кушает, отходите от экрана. В общем, недавно мы покупали вот такой вот сыр плавленый в магазине «Магнит». Сыр копченый колбасный. Мало того, что здесь одни ешки, мы что-то схватили, повелись на цену, она стоила 39 рублей, по-моему. Ну, короче, недорого. В составе ЕЕЕЕ эмульгаторы, стабилизаторы, ну, это, конечно, потом рассмотрели. Производитель — это город Тамбов, так, видимо, на повороте. Ладно, это одна беда. Сейчас тут рассмотрим все подробненько. Вот он, Тамбов, улица Кавалерийская, дальше. Ладно. Ну, как бы сыр вроде ничего такой вкусненький был, но самое главное, что вот смотрите, что получилось в разрезе. Короче, здесь жук. Это вообще жуть. Это мы стали кушать, это уже мы большую часть съели. Знаете, эти вот лохматенькие бегают. Даже трогать не охота. Ой, в общем, вот часть от жука, часть уже выкинули. И, конечно, тоже пойдет в помойку. Но смотрите, чем у нас кормят. Это просто какой-то кошмар. Это даже весь аппетит пропал. Завтракать даже не хочется. В общем, обратите внимание на данные сыры. И я бы вам не рекомендовала покупать. И вообще, может, конечно, совпадение, может что, но магазины «Магнит» реально портятся. Мало того, что по телевизору показывают, что там с бабушками делают. Ну, там, с одной это громкое дело было, что погибло из-за случайности, там, якобы. Затем, что они чеки пробивают гораздо больше. То есть, у них стоит сумма одна, когда мы выбирали там вареники, к примеру, хочу сказать, а получилось на кассе в 10 раз больше. Так еще и продукцию продают такую вот с червяками. Короче, это антиреклама «Магнита», но это реально, не знаю. Надо, чтобы все знали и меньше старались там покупать. Сразу хочу сказать, что мы рядовые покупатели, там, не знаю, не заказчики и не рекламодатели, но это, короче, капец просто. Не знаю, как вот там, как такое давать, если кто-то детям своим даст, так там животы разболятся и вообще неизвестно, что за жуки. Ну, в общем, ладно, больше не будет негатива. Такое вот видео. Ой. В общем, будьте аккуратны, будьте внимательны, следите за тем, что покупаете. И все-таки, наверное, не стоит вестись на дешевые продукты, лучше что-нибудь подороже покупать. Ну все, всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, вы сильно не расстроились там перед экраном, как мы. Ну ладно, все, всем пока-пока.